Пожар на заводе недалеко от токийского аэропорта Ханеда потушен, передает агентство Киода со ссылкой на местную пожарную охрану. Утром в понедельник произошло возгорание на одном из складов на территории остановленного завода по производству труб компании Nippon Steel Ampersand Sumikin Pipe Ltd. Никто не пострадал. Причины пожара выясняются. По информации Министерства транспорта Японии, пожар не повлиял на авиасообщение в аэропорту Ханеда. В то же время из-за ЧП было перекрыто движение на одном из участков автомагистрали города Кавасаки, где расположен завод. Это не первая крупная авария в Японии за последние сутки. Ранее крупный пожар произошел на американской военной базе в японском городе Сагамихара, пострадавших нет.